Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, что такое блайнды, как ими пользоваться и насколько же они важны в игре. Итак, начнем с того, что это такое. Блайнд — это выстрел без засвета. И неважно, нанес он урон или нет, просто когда ты стреляешь без засвета, то это типа блайнды. Так уже давно их называют, и в принципе все. Зачем их делать и как их делать? Ну, очевидно, для чего их делать, чтобы наносить урон и тем самым приносить себе результат и своей команде, ну и побеждать. Если вы хотите побеждать, вы должны наносить урон при возможности без засвета. Как же вообще определить эти возможности, когда нужно стрелять и куда нужно стрелять блайндами? Итак, на примере этого боя, где я, как обычно, блайндами наубивал врагов, я вам расскажу, как понять, куда стрелять и как легко наносить урон без засвета. Для того, чтобы наносить урон без засвета, у вас в первую очередь должно быть развито общее глобальное такое мышление, что происходит в бою. Я уже много раз говорил, что World of Tanks, как ни крути, это больше стратегическая игра, поскольку стрельба здесь, ну, такое, просто вот куда-то там в направление свелся, кнопочку нажал, дальше игра все сама решила. Поэтому стратегия здесь больше всего решает, и вам нужно в каждый момент боя думать, что происходит и что будет, если я сделаю следующий шаг. Что произойдет, какие плюсы, какие минусы, что может произойти, откуда мне дадут люлей и куда я могу дать. И таким макаром мы должны думать весь бой для того, чтобы как-то понимать, что происходит, думать и нагибать. Поскольку если вы не будете продумывать шаги наперед, вы не будете вообще в этой игре ничего толком понимать, нагибать. Вы, скорее всего, будете просто думать 0 шагов наперед, и любое ваше действие будет заканчиваться везением, сделали вы правильно или нет. Но если вы будете все обдумывать, то не будет никакого везения, будет лишь то, что вы просчитали все наперед и таким образом будете побеждать своих оппонентов. Итак, у нас карта Харьков, и я поехал играть от башни, там увидел, что светится Т-30, я, скорее всего, подумал, типа, что у него есть возможность пробить меня в башню, он мне еще и лючок пробил. После того, как у меня хп уже не стало, еще есть в бою арта, я развернулся и уехал назад. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность потом стрелять, поскольку там, скорее всего, я уже умираю. Я не знал, будет ли там Т-30 или нет, пока он не светился. После того, как он засветился и приехал ко мне, дал мне пиздюлину, уже очевидно было, я и догадывался, что он мне, скорее всего, даст пиздюлину, но когда он мне ожидал, уже, ну вот, все, получено. После этого я решил, что вторую пиздюлину ждать — это уже чересчур. Можно было даже еще до первой пиздюлины от Т-30 уехать. И я уезжаю, буду прикрывать на краю города свою зелень, так называемую, танкистов, которые находятся в левой части карты. И, может быть, поеду в город. Таким образом я буду иметь возможность поучаствовать и там, если я захочу. Приезжаю на начало города и начну здесь выжидать, выцеливать, высматривать, где кто находится. Скорпион на горизонте засвечивается, беру небольшое упреждение и стреляю. Небольшого упреждения было достаточно, потому что скорпион ехал немножко наискосок, и в принципе по отношению ко мне по горизонтали он двигался еле-еле, поэтому упреждение особо брать и не нужно было. Здесь Т-30 выкатывается бортом башни, ну и здесь начинается известная стрельба World of Tanks. Нажимаешь кнопочку, дальше повезет не повезет. Еще один чувачок засвечивается, тоже
повезет, не повезет. Здесь уже повезло, нанес урон. Стрельба довольно-таки простецкая в этой игре, а вот тактика передвижения здесь нужно подумать, поскольку это единственное, над чем есть смысл думать. Если вы даже стрелять не умеете, то вам стоит задуматься и поработать над этим, поскольку стрельба в World of Tanks это наипростейшая. Ну, наипростейшая, просто сама механика стрельбы наипростейшая. Вот сейчас я целюсь в куст, который находится возле домика. Вы видите, что я тут борюсь с прицелом, который очень идеально работает и не целится туда, куда я хочу, поскольку разработчики в этой игре считают, что доработка прицела это сложно и легче ввести какие-нибудь картинки за деньги. Т-30 ошибается, едет по полю. Кстати, про тот выстрел, который я сделал в куст, и сейчас тоже буду иногда туда постреливать. Посмотрите на карту, и я сейчас убил человека без засвета. Посмотрите на карту, на зелени с левой части карты, там где сейчас Шкода и Т-34 светится, там всего лишь три куста есть. И с вражеской стороны в квадрате С3 тоже там 3-4 куста находятся. И самые ходовые кусты вокруг домика. Черный квадратик такой. Черный квадратик это означает, что дом неразрушаемый. Если белые квадратики, вон есть рядом деревушка с белыми квадратиками. Белые квадратики это разрушаемые дома. Так вот, это стандартный бугорок. Это стандартное укрытие домик и кусты вокруг него. То есть там в принципе больше особо рабочих мест нету. Как определить, что это единственное или одно из единственных рабочих мест? Подумайте сами логически. Если человек будет стоять слева там в B1 в домиках с кустиками, он будет оттуда куда-нибудь простреливать? Ну, у него будет возможность куда-то стрелять? Нет. Значит, он скорее всего там не будет. Может, захочется не просто стоять, а и урон наносить. Также еще есть деревушка правее. Но она находится в низине, и оттуда тоже хуже стрелять. То есть нужно думать своей головой, а где бы стал бы враг, чтобы пострелять, еще и типа маскировочка. И таким образом я вычисляю этот стандартный куст, где в основном все и стоят. Я убил Вафлю без засвета. Итак, сейчас очень важный такой момент. Я отдалю камеру для того, чтобы вам было наглядно понятнее. Я у себя в голове сопоставил рельеф, кусты и, в принципе, вот смотрим на базу. Сейчас человек из вражеской команды, теоретически это Т-34-2ГФТ, ПТ-шка 7 уровня, она берет базу. Шкода недавно светилась здесь, она не могла телепортироваться и начать захват. То есть Шкода была бы побольше, у нее маскировка похуже, может быть бы даже засветилась. Итак, вот стою я. Сейчас будет опять блайнд, и я опять расскажу, куда и почему я стрелял. Смотрим с моей позиции. То есть я снизу посмотрел, и уже немного так визуально в голове выстроил себе такую вот картину, что где находится. Вот кучка там мусора, снега или неизвестно чего. Она по отношению ко мне не прикрывает врага. То есть за ней он стоять не может. Мне ничего не мешает. Я просвечиваю до туда. Расстояние небольшое. На карте я посмотрел. Я все свечу. Здесь расстояние вот по квадратикам. Каждый квадратик 100 метров. То есть мы считаем 100 метров. 200 метров. Ну 250. Ну, максимум 300 метров, там 270, может, метров. То есть я должен просвечивать, если чувак будет кататься без кустов. Здесь никого нет, здесь никого нет, потому что я это просвечиваю. А вот в правой части уже начинаются кусты. Этот куст за базой находится, значит, он для меня не интересен. Также есть еще кусты на базе. Есть куст, который здесь находится и здесь находится. Уже подумав своей головой, мы
понимаем, что враг, скорее всего, находится либо в этой точке, либо в этой. Уже выбор, куда стрелять, сводится к двум целям. Две цели, это даже можно наугад. Может быть, выберете одну или другую, и вам повезет. Также еще перед нами есть кусты, из-за которых враг нас не подсвечивает, и мы его не подсвечиваем. То есть враг, по идее, мог стоять и мимо куста, и мы бы его не увидели. Но поскольку в этой игре большинство людей, когда берут базу или стоят где-то кемперят, как во Фляу здесь возле стандартного домика, любят занимать такие вот кустики, типа кустик дает маскировочку, и я буду в нем стоять в безопасности, но такие игроки, как я, на их безопасность, мягко говоря, плевали, и своими, короче, такими вот подсчетами я определил, что этот чувак стоит, скорее всего, в правом кусту. Почему? Во-первых, он дальше. В более дальний куст люди приоритетнее станут, чем в куст, который находится ближе к базе, ближе к тому месту, откуда его будут светить. Почему? Он берет базу, и, скорее всего, он представляет, что его будут светить отсюда. Либо, может, отсюда, где я стою, его могут светить. Поэтому он станет подальше, вот сюда, и будет здесь стоять. Чем будет заезжать ближе, и тем самым иметь шанс больше засветиться. Так и происходит. Я просто думаю, что он там стоит. Из аркадного прицела стреляю, для того, чтобы видеть, куда я стреляю, потому что если я зайду в прицел, я буду видеть эти кусты, и за ними, возможно, стрельну не туда. Он стоял чуть-чуть правее, чем я стрелял, но в край, в левую часть танка я попал. Или как он там стоит, я, честно говоря, не смотрел. Особо брони там у него нету, но я его убиваю. Вот, куда-нибудь в эту часть я его пробил, наверное. И, в принципе, я его убиваю. Два очень важных блайнда за этот бой я сделал. Я убил Вафентрагера 9 уровня. После боя, я, кажется, смотрел, два выстрела Вафентрагеру я нанес из трех. И ПТшка, которая берет базу, тоже я ее убил. А теперь представьте, если бы я не делал блайнды. Либо делал бы блайнды не настолько осознанно, не с таким глубоким размышлением, почему туда надо стрелять. Если бы я этого не делал, была бы жива Вафля. И была бы жива ПТшка 7 уровня. Допустим, я бы поехал сбивать базу, пытаясь подсветить врага, который берет базу. То Вафля и Шкода Т-50, которая до сих пор живая, возможно, могли бы отстреливать в тот момент, когда я ехал бы подсвечивать базу, или мой союзник. Они бы засветились и получили бы от Вафли 650, там, кажется, и смотря какая там пушка стоит. И еще от Шкоды барабан на 3 пульки по 320. То есть это очень много. И тем самым я такими вот блайндами, тем, что я сидел, думал, куда стрелять. И причем я стрелял в те моменты, когда у меня было на это время. То есть я не трачу время попусту. Все время в игре, которое ты в бою находишься, ты должен тратить на то, чтобы вести свою команду к победе. Никто ее не приведет, кроме тебя, твою команду к победе. Ты должен с первой минуты приносить пользу в команде, ты должен наносить урон, светится враг, не светится враг. Кого это волнует, ты должен выгрызать победу тупо зубами. И вот здесь видите, что Шкода Т-50 стал не в стандартные кусты, в неудобные. И здесь не везет, конечно, со стрельбой, потому что, ну, игра не про стрельбу. Игра не про стрельбу, поэтому разработчики даже не парятся и прицел 5 лет не исправляют, нахер он вообще нужен. Вот Шкода стояла в нестандартном кусту, и он мог получить за это очень много, если бы его зацелили, он стоял в открытом поле. Это неудобный куст, и я не ожидал, что он там будет. Ну и смысла, что он там был, тоже никакого. То есть
самые шикарные кусты, где враги могут быть, туда и нужно блендить. Самые удобные и приятные. И рабочие кусты. То есть вы сами должны в голове быстро подумать. И это я в реплее останавливал там, показывал, какие кусты. А в бою я же не останавливаю время. Я же не могу время остановить. Я просто беру и думаю. Причем думать нужно очень быстро. Потому что танки, это, конечно, вот сейчас можно сказать, что тоже был выстрел без засвета, типа блайнд. Но здесь было просто, враг отсветился, и, в принципе, туда я уже и собирался стрелять. Поэтому такое. Казалось бы, у меня 1300 урона, но в этом бою я нанесу намного больше урона. И намного больше, причем очень полезного урона. 4 фрага я сделал с 1300 урона. И убил важных врагов. Один, который зацелил хорошо и мог нанести много урона с кустов скимпа. И второй, который вытягивал нас по захвату базы. То есть, если задуматься, World of Tanks, конечно... Короче, World of Tanks интересная игра, но недоделанная по некоторым механикам, которые в ней уже давно есть, но вводятся новые механики, а старые так и не доделываются. Поэтому игра вызывает много негатива у старых игроков, плюс нет нового контента. Ну, в принципе, а что об этом начинать? Видео про блайнды. Про блайнды я вам рассказал. Думайте в бою головой. Эта игра тактическая. Это не про стрельбу. Тут не надо сильно жесткой реакции какой-то. Здесь нужно думать головой, иметь хорошую логику, пространственное мышление и уметь просто понимать врагов. Нужно запоминать, где кто чаще всего тусуется в бою, как что там происходит. Поэтому думайте. Я вам дал очень хорошую информацию. Подписывайтесь, ставьте лайки, играйте красиво. Всем пока.